1971 году телевидение прочно вошло в быт советского зрителя, широко распространилось и начало влиять на советское общество. На белорусском телевидении в 1971 году сняли фильм «Вся королевская рать». Прекрасные актеры, задействованные в съемках, свидетельствовали о важности этой темы для правителей Советского Союза. Фильм получился отличным во всех отношениях. Автор романа, американец, хороший режиссер и отличная игра актеров делали незаметными огрехи в бытовых сценах. Зритель был поглощен ходом их избирательной борьбы и не думал, а зачем нам это все показывают. Но заглядывая в суть избирательных систем, прочно сложившихся в Соединенных Штатах и в Советском Союзе, можно предположить следующее. Путем экранизации романа Уоррена «Вся королевская рать» советскому зрителю как бы говорили из телевизора, вот видите, чем плоха двухпартийная система выборов. Конкуренты могут накопать в истории кандидатов всякие мерзости. А в однопартийной выборной системе такое просто невозможно. Ведь если нет конкуренции, то и копаться в прошлом кандидатов на выборные советские должности просто незачем. И некому.